Да, биврёст мы изучали. Почему я вспомнил биврёст? Это продвинутое древнегерманское знание, потому что завтра рунический Новый год. Да, завтра 14 октября. Завтра плохая руна переходит в очень плохую. Потому что до этого была руна Иса, а завтра стартует на целый год руна Наутис, которая означает «спасите, помогите, мне всего не хватает, все плохо, все тяжело». Ну а потом будет руна Хагалас. То есть согласно древнегерманскому календарю, череда плохих лет началась 14 октября 2023 года, стартовала руна Иса. Сейчас стартует руна Наутис, через год стартует руна Хагалас, и значит плохие года завершатся, плохой период, в смысле трудный период, завершится 13 октября 2026 года. То есть до 13 октября 2026 года, с 14 октября 2023, ну, 3 года, мир попал в очень тяжелые обстоятельства.